17 команд з усіх районів Прийомення зібрав перший сімейний інтелектуальний турнір «Васильковая Беларусь. Кубики історії». Ідея проєкту належить обласної організації Білоруського союзу жанчин, а його старт приміркований до Дня народного адінства, який у нашій країні буде відзначатися 17 вересня. Ініціатори сподіваються, що конкурс подобається і як слід покладе початок інтелектуальному сімейному руху у нашій країні. Ольга Пілянчук протягне. Сім'я Кучинських з Ліди, син і дочка – видатники, батька – історик, матуля – математик. Але не тільки гети, науки – моцні баки сімейного колективу. Справа у тим, що яни – заусёднікі інтелектуальних турніраў, які лазяцца у Ліді. А гэта са старту моцная заявка на перамогу. Хаця, прызнаюцца Кучынскія, хваляванне ўсё роўна прысутнічае, бо ў праекце такога маштабу удзел прымаюць упершыню. У нас в семье интеллектуальное, так скажем, развитие идет постоянно, потому что и дети, и я принимаем активное участие в местном интеллектуальном движении. У нас есть такой инициатор Сергей Евгеньевич Веретило, известный знаток, который играет в республиканском клубе «Что, где, когда». Поэтому вот под его руководством каждый год мы этим делом занимаемся. Упевнена у своих силах и полная оптимизма семья Зимич со Слонима. А все тому, что у подрыхтовцы до конкурсу яны провели не один вечер. Их мощные баки – физика, спорт и народная творчесть. Минавито у гэтых турах интеллектуальный квартет разлишивая взять свои баллы. Очень много уделили внимания известным людям Беларуси, вспомнили их больше 40 даже еще. Но самые основные даты, года рождения. Ну, в этом помогали, конечно, детишки нам. Мы всей семьей старались. Проект БСЖ заснаваны на настольной гульні «Васильковая Беларусь. Кубики истории». С самого початку молодевое захопление знайшло подтрымку у лидера областной организации БСЖ Ирины Степаненки. До слова, заинициованный гродинцами проект стал пераможцем республиканского конкурса громадской организации. Сутность турниру семейной команды проходят 10 туров. У кожным отказывают на пытанні по истории, культуре, традициях родного краю, которые зашифрованы у фото и видео, музыцы и танцах. Дякуючи такому подыходу, интеллектуальный турнир пераутварился у шоу-программу, якая не дае засумовать и нават самые каверзные пытанні робить не страшными, а значит и больш зразумелыми. В преддверии Дня народного единства мы собрали, что символично, 17 семей нашей Гродненской области на интеллектуальное ристалище. Если представить наши семьи, это люди разных профессий. Это и работники сельского хозяйства, и здравоохранения, и педагоги, скажем, представители всех профессий. И, конечно, их замечательные дети, которые в первую очередь любят нашу Республику Беларусь. Во-вторых, конечно, приехали посоревноваться, показать свои уникальные знания по истории нашего родного края. Испыты пройдены, и по выниках пераможцам первого областного семейного интеллектуального турниру стала семья Роубуть со Шчужинского района. Сирот інших призов яна и те, кто блеснул ведами у особных турах, отримали тую самую настольную гульню «Васильковая Беларусь. Кубики истории». Як прогучало, подобные турниры что год будут проходить у районах Гродинщины. Пераможцы сгуляют у финале, прописка якого станет Гродно. Час проведения – передадень Дня народного одинства. Таким чином, за заявка на то, каб стартаваў інтэлектуальны сямейны рух Прынёмання, ўжо зроблена. Наступная задача – захапіць гродзенскай ініцыятывай усю краіну.